Несмотря на то, что идет цунами, я буду крепко, крепко держаться, и я не утону. Смотри. Всем приветики! Сегодня мы с вами поиграем в Роблоксе в интересную игру, где нужно выживать в различных стихийных бедствиях и катаклизмах. Посмотрим, сколько я смогу пережить, на каком катаклизме я отойду в мир иной. Вы пока что подписывайтесь на каналчик, поддерживайте лайком, а если вам понравится эта игра, то мы поиграем в нее вместе с Настюшкой. Сделайте все возможное, чтобы выжить в стихийных бедствиях. Эта игра производится в раундах. Вы и остальные игроки пытаются выжить из безопасной башни. Ну ладно, хорошо, я готова. Я пока что, видимо, в безопасной башни или что? Уже начались какие-то катаклизмы? Это что, цунами? Это цунами! Серьезно? Прям так сразу? Или что это? Или это гроза? Что это? Это ураган? Что это? Гром гремит, земля трясется. Ай-яй-яй-яй-яй. Что это такое? Это может смерч? Может это гроза? Я пойду лучше в маяк. Мне кажется, в маяке будет более безопасно. Ай! Что это такое сейчас было? По-моему, кто-то рядом со мной сдох. Так, я в маяк, все. Ничего не знаю, я пойду на маячок. Я в первый раз, да, меня что-то ударило. Предупреждение о катастрофе, внезапный потоп. Ищите высокую и стабильную землю. Так, потоп. То есть все-таки это у нас Посейдон решил отца. Ну все, мы на маяке, пацаны. У нас все должно быть хорошо. Цунами, не цунами, насрать. Живем. Ой, ого. Ты что? Что ты, дура тупая, ты зачем это сделала-то? Ё, там смотри, они падают. Нет, Димон! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а чё это они так? Ой-ой-ой, фига, там все сдохли, что ли? А, никто не выжил. Никто не выжил. Все сдохли. Все сдохли, все потонули. Вон та вот писюлька стоит, надо запомнить на следующий раз, бежать на писюльку вот на вот эту. Охренеть, вот это да. А чё я опять без штанов, я не пойму, где мои выживших нет? Почему я опять без штаников? Куда кто украл мои штаны? Загадка века. Надо будет посмотреть, может быть, я случайно их сняла? Уже во второй игре у меня нет штанов. Ладно, я бегаю пока что голожопой, мне нравится быть голожопой просто. Хлебом не корми, дай побегать голожопой. Я хочу следующую карту. Запустить землю, чтобы это не значит... Ого, это Байконур? Ё-моё, я шо, Илон Маск? О, я пойду в ракету. Я буду петь песню «Прыгай в мою ракету». Полетим на край света. А я ракета. Ракета, ракета. А где вход в ракету? Выше, наверное, еще. Ну, конечно, я же как настоящий космонавт лезу в ракету. Ну-ка. Где вход? Подожди, а как войти в ракету? Ой. Ладно, я так вот полечу. Ой, ребята! Твою ж налево! Грозовой шторм. Опять грозовой шторм. Блин! А я хотела в ракету. А как, где? Я хочу посмотреть. Фига там ракету бомбит. А, видишь, можно от молнии склопотать. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ля, Зевса выбесили. Не надо было бесить Зевса. Надо найти было вход в ракету, я была бы в безопасности, но не смогла найти вход. Это все из-за того, что у меня нет штанов. А что это у мальчика там за женщина нарисовано? Из эйфории, что ли, Кейси? Гром гремит, земля трясется, Илон Маск к тебе несется. А весело, слушайте. Я думаю, надо будет с Настюхой поиграть в эту игру. Посмотрим, кто сдохнет из нас первый. Ой-ой-ой, фига там вообще бомбит. Нормально там у Посейдона пердак подгорел. Ну, вот и все. Вот и сказочки конец, Тилька сдохла второй раз. То есть я сдохла от воды, я сдохла от падения с высоты, причем меня даже молния не попала. Следующая карта — центр серфинга. Посмотрим, какой катаклизм... Что это такое? Катаклизм меня ждет. Ой, какая прелесть. Надо подумать. То есть здесь даются различные карты и различные катаклизмы. Возможно, здесь тоже будет потоп, но я не уверена в этом. Вот тут останусь с мальчиком сидеть. Такая, посидим с тобой, поболтаем. Ну и что мы ждем? Какой катаклизм? Давайте, я вот тут, если что, я держусь за серфинг. Так что, если будет потоп, я должна буду плыть. В смысле? Вы что, меня скинули, что ли? Вы охеревшие? Я вообще-то тут это... Предупреждение катастрофы, смертельный вирус, избегайте толпы. Ай, фу, 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 отстаньте, отстаньте, не подходите ко мне. Какой толпы? Подожди. Да не, отойди от меня!
Уйди от меня, я сказала! Не подходи ко мне! Какая толпа? Фу, там какие-то больные ходят, я, пожалуй, спрячусь. Все, я вот тут буду. Я вот здесь буду сидеть. А, о, вот, вот здесь. Все, я спряталась. Все, меня здесь никто не найдет. Я здесь выиграю, я здесь буду мамочкой. Да там реально кашлянотики. Опачки! Так, не подходи ко мне, сказали избегать толпы. Уйди! Уйди, вдруг ты больной! А-а-а! Не надо! Пожалуйста, отстань от меня! Не кашляй на меня, уйди! Уйди, уйди! А-а-а! Да скотина ты такая, ты меня напугал! Я опять сдохла! Засранец вонючий! Я ж не знаю, больной ты был или не больной. Так, ну что, мы с вами в тюрьме. Пустите в тюрьму. Я пойду куда-нибудь, запрусь где-нибудь в клетке, не знаю. Что нас ждет за катаклизм? Но я побежала. Цунами, поднимитесь на возвышенность. Так, ну погнали. Цунами, значит, ну, все выше и выше. Поднимались мы по крыше. Во, возвышенность нормальная. А что это такое тут у ребят? Там они какие-то понаоткрывали, хер пойми кого. Ну, я, в принципе, на возвышенности. Но чё-то как-то я немножко не уверена, что эта возвышенность мне поможет. А это что такое? Какие-то лупы. Лупы и пупы. А где цунами? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри, реально цунами. Ой-о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 й. Ничего себе. И все что ли? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, держитесь, глупцы! Охренеть, вот это покосило здание. А я жива. Нет! Тихо, главное не уши, нет, а не убиться тут. Главное пожить-пожить. Так, а чё, типа цунами несколько, что ли? Оно же вон ушло уже, смотри. Всё. Значит, в принципе, всё, мы уцелели. Значит, мы живы, целы, орлы. Так выходит? Я попробую спуститься. Или будет две волны цунами? Не, ну тут вроде бы так кривовасто. Да, я выжила, я молодец. Моя первая пережитая катастрофа. Поздравьте меня с этим знаменательным событием. Я пока жива. А, можно записать, что цунами я научилась переживать. Надо научиться переживать и остальное. Блин, красиво выглядела эта тюрьма, конечно, красиво. Ничего не скажешь. Так, а что теперь? Ну пошлите снова туда, забежим тогда на этот большой этаж. Ой, а что это с девочкой? Она какая-то зомби. Мне кажется, среди нас какой-то Амогус. Он потом взбесится и прокусит нам... У-у-у, смотри, кухня. Прелесть какая. Кухня топ. А-а-а, они стали тюремщиками? Землетрясение. Выйдите на улицу, держись подальше от высоких сооружений. Ёб твою налево! Какого хрена землетрясение-то? Ой-ой-ой-ой. Ой-о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 й! Ого, пожить! Когда землетрясение нужно... Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас меня чем-нибудь придавит! Помогите! Мамочки, мамочки! Нет, дерева не смей! Все, я на дереве сижу, я на дереве тусю. Только я не хочу откисать тебя... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не надо, не надо, не надо, держись подальше от больших строений, мне сказали. Так, я держусь, ну когда это землетрясение кончится? Ё-моё, фига меня колобасит. Ты, конечно, понимаешь, что я худенькая, но не так же сильно, так к зданиям не подходим. Но на тот случай, чтобы меня это самое не упердолило тут, балкой или чем-нибудь таким. Чё меня, короче, откатывает, ты видишь? Меня хочет скинуть в воду. Охренеть, все просто порушилось. Долбит со всех сторон! Ну давайте, я уже выжила, я победил. Я пережил свою вторую катастрофу. Это землетрясение. Ой, тихо-тихо-тихо, под балку, конечно, не хочется сдохнуть. Вот девочка попала под балку и упала. А вот не надо под балки попадать. Надо контролировать. Есть, я выжила. Молодец, какая профессионалка-то, а. Вторая жизнь, вторая. Фига от тюрьмы там вообще, ножки до кошки остались. Давайте, я вошла во вкус, я хочу еще. Радужная поездка. Какая прелесть. Так, ну я пойду кататься. А там посмотрим, как повезет. Я хочу, ну давайте вот... Я хочу в одну, вот в какую-то, вот, все, это моя. Так, уходите, это моя! Я же сказала, что это моя. Ладно, садись, раз уж ты запрыгнул ко мне в кабинку. Карусель! На-на-на! Какой у нас сейчас будет это с вами? Кислотный дождь.
Оставайтесь в помещении. А, ну все, мы просто катаемся. Ну все, хорошо, что мы в помещении. Ой, а кислотный-то дождь, смотри, он разъедает. Он разъедает. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, я вроде бы в помещении. Фига они там раскачались. А, можно раскачиваться? Фига там кабинок уже попадало. Давай, раскачаемся. Давай, раскачиваемся. Уи! Офигеть, наша кабинка единственная устояла. Братан, мы выбрали с тобой верную кабинку, смотри. У нас у одних с тобой единственных кабинка уцелела. Приколись, чел. Ёб твою мать, чел. Тихо, 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 тихо. Она начинает рушиться. Чувак! Ты зачем меня потерял? Зачем ты меня потерял? Наша кабинка осталась, брат. Ты должен был биться за меня. Вот тебе и кислотный дождь. Недолго я жила. Всего лишь 2 апокалипсиса пережила. Давайте следующий. Хочу еще апокалипсис. Нужно больше апокалипсисей. Хочу посексить. Апокалипсить. Сексить, апокалипсисить. Need a lift, солнечное ранчо. Следующая карта. Ой, какая прелесть. Надо подумать, что сейчас будет. Какое что. А тут есть свинки? Свинок нет. В чем прикол? Хотелось бы, чтобы тут... О, все, я тут... Вот, все, это мой домик. Все, не заходите ко мне, это мой домик, я тут живу. Не лезьте ко мне, все. Отстаньте. Что за задание? Давайте, давайте, задание какое? Смертельный вирус избегать... О, я знаю, как это победить. Я знаю, я просто вот здесь останусь. Эй, да почему? Да почему? Почему? В прошлый раз же нормально работала. Алло, почему? Почему? Блин. Я же в прошлый раз не упала, а сейчас упала. Я думала, я сейчас сломаю, хакну систему. Не тут-то было, да? Обидно вообще, обидно. Так, ну и что? Следующее задание. А можно я залезу, кстати, в танк? Все, я танкистка. О, я могу на нем ездить! Можно я буду давить людей, чтобы они мне не мешали? Офигеть! Так а что нас ждет? Какой катаклизм? Только вентилятором меня нет. Не жмыхните, пожалуйста. Ой, фига там кто-то улетел. Ну и что за катаклизма? Грозовой шторм. Ёб твою мать. Грозовой шторм. Ну давайте я вот сюда встану на всякий случай. Тут вроде бы как... Так нельзя стоять под металлическими конструкциями, но... Тут как бы хоть какая-никакая площадь. Так что пока живем. Может быть, под танк под какой-нибудь залезть? Ё-моё. Хочу пережить грозу. Вот так вот, вот сюда спрячусь. Блин, я боюсь. Ой, а все, у нас крыши нет над головой, пацаны. Я вот здесь спрячусь. О, отлично, я спряталась. Я спряталась. Только жопку и видно. Смотри, молния 100% в жопу не ударит, потому что молния солидарна. Поэтому моя жопа будет прям к небушку. Дань жопная этому Зевсу, главное его не вывесить. Все. Видишь, как хорошо? Вот это я, конечно, спряталась. Меня гроза никогда не найдет. Попробуй-ка найди. Сейчас бы выиграть именно так, да? То, что ты... Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Жопа-то все-таки ударила разочек. Ладно, я буду делать вид. Я выжила! Ей! Жопа сработала! В жопку-то я получила, но выжила. Видишь, как хорошо? Видишь, как замечательно? Вот так и живем. Нашла проход, женщина. Я готова. А что у меня? Эй! Трейлерный парк. Ой, я, наверное, пока залезу на самый верх. Эй! Что за приколы такие? Давайте, следующее испытание для меня. Что тут у нас? Просто вышка, да? Что нас ждет? Что происходит? Почему все такое? Песчаная буря, что ли? Что это такое? Походу, надо идти в дом, это какая-то радиация. Не знаю, что это такое, но выглядит не очень. Хоть бы написали. Песчаная буря, уклоняйтесь от летающих объектов. Ну все, я в домике. Вряд ли что-то может пойти не так.
Я пойду у кровати спрячусь, вот здесь, в углу. Всегда нужно вставать в угол. Там кого-то пришибило случайно. Все, я в углу стою. Я в абсолютной безопасности. Вот это песчаная буря. Арабская ночь, о дивный восток. Татир... Сейчас я как улечу-ка или с Татошкой. Ладно, я спряталась. Главное стоять в углу. Угол сложнее всего сломать. Араб, там он реально у кого-то дом сдуло. Ёшки-матрёшки. У ребят реально сдувает дом. Посмотри. Ты видишь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, я пока держусь. Я пока здесь вот припрятана. Меня как бы сдувает, но я все еще в углу. У меня уже отобрали кровать. Ой-ой-ой, страшно-то как! Так, подождите, у меня все свалилось нахер к собачьим собакам. Подождите, возьмите меня в трейлер кто-нибудь. Ой, блин, что-то мне по голове прилетело. Подождите, 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 подождите. Возьмите меня вот куда-нибудь, вот куда-нибудь. Типа вот куда-нибудь вот так вот меня зажмите, пожалуйста. Я выжила. Несмотря ни на что, среди бури я жила. Давайте следующую загадку. Хочу еще катаклизмов. Больше катаклизмов мне понравилось. Давай еще, 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 еще. Давай больше, больше катаклизмов. Больше, больше. Давайте, что следующее? Яростная станция. Ой, там прикольно, смотри, какая штучка. Я хочу в нее залезть. Так, а где, как в нее, куда? Вот, 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 вот. Я ее нашла, вот она. Эй, я была первая! Вот и все. Моя штучка-дрючка. Вау! Вау, смотри, как я на высоте! Высоко стою, далеко гляжу. Какой у нас катаклизм сейчас будет? Давайте, я жду. Ой, там машинки катаются. Давайте что-нибудь. Ой, ой, бляха, ёб твою мать! Это было опрометчиво. Только голова от меня осталась. Вся башня упала. Ну, бывает и такое. Жаль, конечно, этого добряка. Но ребята вон живут, смотри. Ну, башня наша сразу рухнула. Значит, не всегда надо залазить куда можно повыше. Так, ну что? Значит, у нас получается с вами еще один пунктик. Я хочу теперь надеть на себя робу. Тюремную. Вот, поэтому пойду сейчас ее надену. А то, что это ребята там ходят, робы свои наряжают, а я нет. Что-то куда-то не туда. А как попасть туда, к робам там? И что у нас за задание? Кислотный дождь, оставайтесь в помещении. Как они туда попали? А, может быть, они через другое крыло? Ну, я попробую быть снизу, посижу здесь, а там посмотрим. Я, типа, на этом самом. Кислотный дождь. Аллилуйя, кислотный дождь. Ой, кислотный дождь. Мы пережили кислотный дождь. Нормально. Пока живем. Я так понимаю, вот эти зелененькие, это типа их кислотой уже проело, да? Ты не выходи, мальчик. А то кислота тебя сожрет. Я буду фотографироваться. Ой. А. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вот как это делается. Ёшки, а я теперь... А мне теперь отсюда не выйти? На помощь! Помогите! Ой, я выжила. Я заключенная, я выжила, прикинь. Вот это прикол. Вот это сейчас был телепорт. Ну, давайте сейчас последнюю тогда каточку на сегодня и будем заканчивать. Напоминаю то, что если вам понравится эта игра, то поддерживайте лайком, и мы обязательно поиграем с Настюхой на канале, поугараем с ней. Запустить землю опять. Но это у нас уже было. Так, погнали. Надо найти вход в ракету. Да, ёпта, пустите. Пустите в ракету Наташку. Наташка в ракету хотела. А кто? Типа, кто первый залез с того этапки, что ли? Серьезно? Типа, только один человек может зайти в ракету? И потом уже никто не может, да, зайти? Ясно. Ладно, я не знаю, что там будет за катаклизм. Давайте пока подождем. А, подожди, может быть, вот это вот заход в ракету? Цунами, поднимитесь повыше. Скорее всего, я здесь умру. Я запустила ракету в космос.
Кто-то улетел в космос. Реально, прикинь, кто-то улетел. Блин. Я тоже хочу в космос. Блин, сейчас моя вот эта вот херня упадет. Я придумала. Несмотря на то, что идет цунами, я буду крепко, крепко держаться, и я не утону. Смотри. Ой, 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 жива, жива. А потому что вот я знала, что надо держаться. Видишь, какая я молодец. Все, на этой прекрасной нотке со всякими катаклизмами мы закончили. Надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на каналчик, поддерживайте лайком. А мы с вами скоро увидимся, зайки. До новых встреч и пока-пока. Что это ты ко мне тут яйца подкатываешь? О, ты зачем меня толкнул? Ты что? Что тебе надо? Ты глупый или как?